Рост доверия граждан к прокурорскому надзору – прямой показатель эффективности работы органов прокуратуры региона. Об этом Вячеслав Гайзер заявил сегодня на заседании коллегии республиканского ведомства. В 2012-м зарегистрировали 35 тысяч обращений в органы прокуратуры. В прошлом году показатель вырос до 40 тысяч. Прокурор Коми сегодня особое внимание уделил жилищным правам граждан. За полгода очередь нуждающихся в улучшении условий сократилась на 2/3, хотя и сегодня 210 семей в Воркуте по-прежнему ждут новых квадратных метров. Наталья Литкевич не только об этом. Квартирный вопрос – один из самых злободневных в республике. Число очередников практически не падает, но если в Сыктывкаре и Ухте такая тенденция понятна, там численность населения постоянно растет, то в Инте и Воркуте ситуация должна быть прямо противоположной. Ведь оттуда каждый год уезжает сотни людей, однако очереди меньше не становились. А муниципалитеты продолжали исправно платить за пустующие квартиры. В Инте их было больше сотни, а в Воркуте сотрудники прокуратуры насчитали почти 4 тысячи. Сейчас ситуация изменилась. Объем работы, который был проведен, ярче всего подчеркивает значимость этого вопроса. И, конечно, те 400 семей с лишним, которые в Воркуте улучшили свои жилищные условия, очень долгое время находясь в этих очередях, радость и их возможность сегодня реально почувствовать на себе эффективность работы государства, это самая лучшая оценка той работы, которую прокуратура здесь вместе с теми службами, которые за это отвечают, провела. Прокуратуре удалось разработать механизм и по выявлению так называемых резиновых квартир, когда на 0,3 квадратных метров фиктивно регистрировались больше сотни человек, в основном мигранты. По материалам прокурорских проверок возбуждено и уже рассмотрено судами 5 уголовных дел. В результате активизации работы за 6 минувших месяцев по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении лиц, осуществлявших фиктивную регистрацию по месту жительства и месту пребывания иностранных граждан, возбуждено 36 уголовных дел. 10 преступлений выявлено прокурорами и 26 органами полиции. По искам прокуроров более 100 человек, имевших фиктивную регистрацию, сняты с регистрационного учета. Не менее серьезная работа проведена в первом полугодии и по обращениям граждан. Так, например, львиная доля жалоб предпринимателей республики на чиновников при проверке прокурорами нашла свое подтверждение. Основные моменты – это нарушение административных регламентов, сроки выдачи документов, излишняя требовательность документов, выдача разрешений на строительство, выделение земельных участков, аренда муниципального имущества, деятельность горсоветов по малому и среднему предпринимательству, нарушения при проведении электронных торгов. Есть у ведомства претензии и к коллегам-силовикам. Так, прокурор отметил пробелы в работе по предотвращению пьяной аварийности на дорогах, низкое качество расследования преступлений небольшой и средней тяжести, а также в сфере незаконного оборота наркотиков. Вопросы у прокуратуры и к работе судебных приставов, которые исполнили только треть судебных постановлений о взыскании штрафов. По мнению надзорного ведомства, все эти проблемы нужно решить быстро и качественно. Наталья Литкевич, Владимир Шишкунас, телеканал «Юрган», Сыктывкар.